Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня 18 апреля. Перевезли на дачу первую часть рассады. Так хочется поскорее посадить томаты в теплицу, но земля еще слишком холодная. И сегодня мы поговорим о том, как быстро, элементарно просто и без дополнительных затрат прогреть грунт в теплице. Шаг номер один. Накрыть черной пленкой землю в теплицу. Об этом знают все. Вот, посмотрите, есть. Шаг номер два. Разложить бутылки с водой по поверхности грядки. И это тоже известный прием. Шаг номер три. Сделать заранее посадочные лунки и поставить в них бутылки, чтобы земля не осыпалась внутрь этих лунок. И здесь я Америки не открыла. А вот шаг номер четыре. Решение вроде лежит на поверхности, но в интернете я не сталкивалась с этим. Есть капельный полив из бутылок, об этом тоже все знают, но это не то. Что сделала я? Я налила в 5-литровые бутылки воду. Вода быстро нагревается. Сейчас в теплице 23 градуса. Вода в бутылке 16. Получается, что эта теплая вода прогревает почву на глубине штыка лопаты. Если солнечная погода постоит еще 2-3 дня, то в ближайшее время, я думаю, можно будет высаживать томаты в теплице. У меня не так-то много таких бутылок. Следующий на очереди будет. А сейчас сделаю контрольный замер температуры почвы между бутылками. Пока 12 градусов. Дополнительно еще раз закрою черной пленкой, пусть нагревается. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь, до следующего раза.